Предлагаю вам сыграть в одну игру. Давайте на минуту поплюем на фитилек вашего IQ и погрузимся во тьму воображения. Смотрите зорче. Представьте, что случился какой-то перестык во времени, и вас отбросило на тысячелетия назад. У вас с собой флешка с гигабайтами плодов цивилизации будущего. Музыка, книги, видео, фотографии, программы. Вы уже не хрен собачий, а носитель разума. Вершина пирамиды цивилизации. За ваши знания готовы платить. Несметные сокровища, причем все правители мира. Вы настоящее явление, полубог, путь к истинному просветлению. И вот все уже собрались и ждут от вас откровений. Готовы внимать знания, учиться, ну и так далее. Нас смотрят тысячи глаз. Весь мир замер в ожидании чуда, в предвкушении света. А теперь внимание. Как считать информацию с флешки? Сами вы толком ничего не знаете. И единственным доказательством будущего является вот этот кусок пластмассы и железа. Вам нечего рассказать толпе. Любое ваше слово без доказательств будет звучать как... И впереди у вас, в лучшем случае, виселица. Так что, дорогие мои всезнайки, без привычной системы обслуживания, любой из вас безмозглая двуногая пуколка. Нет, ну конечно, создать бесплатный почтовый ящик, скачать реферат, проголосовать смс и установить плагин. Это бесспорно гениальные, нужные и очень полезные навыки. Которые ни хрена не помогут спастись от виселицы!